Добрый день, дорогие друзья, с вами компания ProTuning, и наступает очередная неделя, в которой мы вам расскажем, что происходит в стенах нашего цеха. Как видите, у нас не только внутри цеха полная загрузка, а также вся парковка занята машинами, которые будут делаться и преображаться у нас в ProTuning. И, во-первых, перед тем, как мы зайдем внутрь, я хочу рассказать про одну очень интересную машину, которая находится за моей спиной, потому что машина на самом деле достаточно необычная. Я лично такое в первый раз вижу. Это Jeep Wrangler, и пойдем покажу. Во-первых, это двухдверный Wrangler, и такой вариант компоновки внедорожника идеальный для того, чтобы она проезжала, в принципе, везде. Потому что у нас короткая колесная база, плюс сами колеса достаточно большие, и это будет очень хорошо сказываться на ее проходимости. Что же тут еще интересного? Во-первых, посмотрите только на капот. У нас здесь прозрачное стекло, под которым видно двигатель, который стоит в этой машине. Это V8 турбо. Вроде бы у нас внедорожник, который не должен блистать какой-то скоростью, но эта штука под капотом позволяет ему ехать на самом деле очень быстро. Силовые бампера, лебедки, измененные замки капота. Все это от тюнинг ателье американского Фури. Здесь, в принципе, везде написано их название. И даже, кстати, под капотом на крышке двигателя, я вам сейчас даже покажу, как это все выглядит, у нас имеется тот же самый логотип. Вот можете обратить внимание, во-первых, как это классно сделано. Она у нас из настоящего карбона. Это не то, что мы привыкли видеть в автомобилях, которые мы переделываем. Ну, то есть самое такое основное, это вот комплект веса Ларта, который мы ставим на машину. Выглядит очень круто, очень классно, блестящий карбон. И кто-то скажет, что вот это вот не очень красиво. Да, оно так и есть, потому что это именно тот карбон, который используется в автоспорте. Он не должен быть красивым, он должен быть функциональным. И как раз таки эта деталь выполняет здесь ту самую функцию. Все-таки здесь у нас температуры критические, и такой вариант будет самым подходящим для того, чтобы поставить его прямо над мотором. Это все-таки V8, двигатель, который может очень сильно греться. Пойдем еще дальше. Итак, что еще интересного? Во-первых, 35-е колеса, про которые я уже сказал. Диски у нас здесь 20-е. Посмотрите, как классно это все выполнено. Машина в серо-черных тонах, диски также у нас в серо-черных тонах, так еще и матовые. А за ними находится спортивная тормозная система. Это двухсоставной тормозной диск, большой, с насечками, плюс мощный красный суппорт Brembo. Все это у нас что спереди, что сзади. То есть машина может классно останавливаться даже на сухом покрытии, на асфальте при каждодневном использовании. Ну и какой же внедорожник без дополнительного освещения? Тут у нас на капоте стоят два вот таких вот элемента, которые светят, собственно, вперед. И что еще интересно, что в крыле установлен вот такой вот аккуратный декоративный элемент, внутри которого есть светодиоды. То есть они у нас будут светить в боковую часть автомобиля, и даже здесь у нас будет, собственно, все освещенное. Это еще не все. Что очень интересно, во-первых, бесключевой доступ, я ни на что не нажимаю, просто докоснулся до ручки, машина сама открывается, это выдвижные пороги. Вы посмотрите, насколько это классно сделано. Ну, все-таки машина достаточно высокая, я стою, и мне порог даже выше колена. Собственно, это очень неудобно при посадке автомобиля, вот такая вот подножка решает полностью эту задачу. И вообще такое решение существует не только на Wrangler, а в принципе на любой практически внедорожник. Если что, тоже обращайтесь, можем все это установить. И еще одна мелкая деталь, которую хочется показать. Лючок бензобака, в котором у нас тоже вот такая вот вставка, это тонированное стекло, сделано на самом деле очень классно. Я вообще обожаю, когда вот такие вот мелкие детали задают общий вид автомобиля, который вроде бы с первого взгляда в глаза и не бросаются. И плюс ко всему, во-первых, у нас здесь такая металлическая окантовка на болтах, на шестигранниках, и еще снаружи идет кантик из кованого карбона. Представьте, сколько сил, времени, какая идея возникла, чтобы сделать вот такой вот маленький элемент настолько продуманным и интересным. Двигаемся дальше. Пока рассказывал, чуть не забыл вообще сказать вам, зачем к нам эта машина приехала. Во-первых, здесь будет выполняться предпродажная подготовка. Клиент уже, ну, видимо, наигрался, накатался и решил идти дальше. А ранее мы на этой машине делали оклейку в черный винил. Видите, у нас на капоте такая вставка идет. На самом деле сделана максимально аккуратно, и как будто бы она здесь была с завода. Ровные линии, четкие, которые подчеркивают весь силуэт на капоте этого автомобиля. И еще одна очень важная доработка для автомобилей, которые используются в суровых и жестких условиях. Вот видите, бампера силовые, они у нас окрашены
порошковой краской это идеальный вариант, потому что именно этот материал у нас не так сильно страдает от пескоструя, от камней. Это ладно еще, оно все встречается просто на дороге. А машины, которые ездят, представьте, по бездорожью. Это постоянные ветки, какие-то валуны, камни, бревна и так далее. Это все очень сильно сразу у нас остается на лакокрасном покрытии. Так вот, порошковая краска это именно то, что нужно для того, чтобы покрасить элемент, и он у нас надолго остался в своем первозданном виде. И, кстати, при покраске колес и при покраске суппортов порошковую краску мы даем гарантию 3 года на эту работу. А вот сейчас на счет 3 напишите в комментариях главную проблему современных Toyota. Раз, два, три. Это тормоза. Не зря мы здесь все-таки сидим у передних колес автомобиля. Здесь, как видите, у нас не заводская тормозная система. Это тормозная система GBT, наше российское производство. Ставим на самом деле уже очень давно. На огромный ряд автомобилей существуют такие решения. И это, наверное, самая нужная доработка для автомобилей, в которых тормозная система заводская просто не справляется. Как, например, Camry 70, Lexus LX570, Toyota Land Cruiser 200, 300, Prado и так далее. Это у них прям беда сплошная. Так вот, установка системы GBT полностью сразу же убирает эту проблему, потому что у нас здесь большой, мощный 6-поршневой суппорт полноценный. Тормозные диски у нас здесь двухсоставные, с насечками. В общем, все, что нужно для того, чтобы автомобиль останавливался у нас в любой ситуации. Тормозная система работала на 100%. Абсолютно всегда. Если интересно, у нас на канале можете посмотреть обзор, где мы рассказываем, что именно входит в эту тормозную систему, чем она лучше и почему ее стоит поставить на ваш автомобиль. ГАК GS8 буквально только что заехал к нам в работу. Вот 5 минут назад с клиентом подписали все документы. Что у нас будет делаться с этой машиной? Так как это новый автомобиль, я всегда говорю, что все машины, которые вы покупаете из салона, то есть машины без пробега, либо свеже окрашенный автомобиль, если вдруг вы решили заняться его внешним видом, сразу же необходимо заклеивать в полиуретановую пленку. Зачем это нужно? Затем, что у нас при эксплуатации автомобиля всегда абсолютно везде встречается пескоструй, который оставляет следы на лакокрашенном покрытии, плюс камушки прилетают сюда. Абсолютно всегда, особенно на черном цвете это сильно видно, потому что сама база, грунт у нас светлый, краска черная, это все очень сильно выделяется, отличается друг от друга, и из-за этого все эти мелкие сколы у нас всегда видно. Так вот, человек решил сразу же позаботиться об этом, все-таки не зря мы это советуем, и заклеить переднюю часть машины в прозрачную полиуретановую пленку. Дополнительно здесь мы сделаем антихром. Это уже такой стандартный набор для черных автомобилей, делать их по-настоящему полностью черным. В общем, все хромированные элементы на кузове, спереди, по бокам, все молдинги, шильдики сзади и так далее у нас будут окрашиваться и оклеиваться в черный глянец. Плюс мы покрасим еще и колеса, которые здесь, как видите, у нас идут с проточкой на лицевой части, и это тоже будет выделяться. Их мы сделаем, их мы покрасим в черный полумат и дополнительно заклеим весь глянец, который у нас есть в салоне этого автомобиля. Все-таки он тоже у нас еще, так скажем, девственный, нетронутый, его нужно оставить в таком виде. А еще к нам в работу заехала Peugeot 3008 на процедуру детейлинга. Сейчас на машине мы делаем полировку, и хочется обратить внимание на процесс работ, как это все делается. Во-первых, обратите внимание, то, что на всех ребрах, которые у нас идут на капоте, на крыльях, проклеены специальные полоски, чтобы при процедуре полировки вот эти вот места у нас не пострадали. Потому что, когда мастер, собственно, полирует автомобиль, он работает с машинкой, которая выдает большое количество оборотов, и на вот этих вот торцах просто одним неверным движением руки легким можно пробить лак, дойти до базы, до краски самой, до металла. То есть бывают очень, на самом деле, плохие в этом всем последствия. Так вот, изначально, в принципе, на самом деле, как и в любых работах, один из очень важных процессов – это подготовка. То есть заклеиваем все грани, ребра, которые у нас выпирают на автомобиле. Также те элементы, которые у нас не будут полироваться, либо мы их можем повредить при полировке. То есть, например, пластиковые расширители арок, которые идут у нас из текстурного пластика. Далее имеются у нас тут всякие молдинги, крышка зеркала, торцы его тоже заклеим, потому что там у нас тоже текстурный пластик. В общем, все эти элементы можно нечаянно повредить при полировке, и все это защищается. И, наверное, вопрос, который у многих возник, а как потом быть со всеми этими ребрами? Там же все равно останутся
останутся микроцарапины. Так вот, при втором проходе уже менее абразивной пастой, другим кругом на машинке, который более деликатно относится к лаку, все это снимается и проходятся аккуратно все грани. И в итоге вы получаете полностью идеальный автомобиль, который отполирован, блестит, на нем нет царапин. И на самом деле это очень классно в сезон, который у нас уже совсем скоро на носу. Nissan 350Z. Все уже видели этот автомобиль, мы много раз его показывали. Это такой большой наш проект по полному преображению этой машины. Сейчас мы не останавливаемся, работы у нас постоянно ведутся. Пришел передний бампер, потому что старый у нас был в довольно плачевном состоянии. Тут только оригинал, ничего другого, чтобы у нас все, естественно, идеально стреляло по зазорам. И сейчас мы занимаемся, ну так сказать, предчистовой сборкой обвеса. Вот про что я, кстати, и говорил. У нас на канале вышел ролик про тюнинг Mercedes GLS, на котором мы поставили обвес от 63-й версии. И там перед тем, как красить его, мы сначала поставили его на автомобиль, подогнали все зазоры, чтобы он идеально у нас стоял, чтобы потом в будущем при установке этого обвеса не возникло никаких нюансов. То есть, допустим, мы покрасили обвес, поставили его на машину, увидели, что у нас где-то не сходятся зазоры, нужно что-то подпилить, подточить, и при этом на уже окрашенном обвесе мы бы испортили окрашенное покрытие. Так вот, чтобы такого не происходило, изначально на неокрашенной детали мы ее полностью подгоняем к кузову автомобиля и только после этого красим. Ну, более правильный подход, это лучше, в принципе, для всех, абсолютно с каждой стороны, откуда ни посмотреть. Сейчас ставим расширение на машину, передняя часть у нас уже готова, можете обратить внимание, то, что все зазорчики у нас идеально прилегают к кузову, сзади еще есть моменты, которые нужно исправлять, и по машине дальше продолжаем работать, наблюдать за процессом, будет очень интересно. Сзади у меня находится Voya Free и Geely Manjaro, автомобили стоят рядом, это у нас зона оклейки, на обоих машинах делается премиум пакет, как и на Гаке, который мы вам только что показали, который только что заехал к нам в работу, и на обоих этих машинах, помимо премиум пакета, будет делаться установка защитной сетки в бампер. На самом деле это очень нужная доработка, вроде бы особо незаметная, казалось бы незначительная, но она очень хорошо проливает срок жизни радиатором, а вследствие и дает вам гарантию того, что ваш автомобиль не перегреется из-за неисправного радиатора, который со временем может весь побиться и хорошо не будет охлаждать всю систему двигателя автомобиля. Кто-то говорит, что это все мифы, что сетки эти не нужны. Так вот я скажу вам то, что сетка, во-первых, не препятствует проникновению воздуха внутрь радиатора, все-таки мы не используем мелкую слишком, ну такую, так скажем, москитную сетку, а сама сетка, в которой достаточно крупные соты, которые спокойно пропускают весь воздух. И еще на этом Voya Free, помимо всего, мы будем делать установку доводчиков дверей. В принципе, на эти автомобили мы уже ставили такую систему ранее, у нас есть на канале обзор с таким же Voya Free, только до рестайлингом, который мы делали, на котором мы делали оклейку в синий мат, и там же мы ставили, собственно, доводчики. Система уже полностью обкатана, и даже, казалось бы, на новые китайские автомобили у нас такие системы есть, и они уже полностью работоспособны и пригодны, и все-таки гарантия у нас на это тоже имеется. Ford Focus 3, эту машину вы могли ранее видеть в сторис в нашем Instagram, там все-таки у нас всегда самая актуальная, самая свежая информация. На этой машине была проблема. У нас был мокрый пол, мокрая ниша, багажник. Не то, что мокрая, а там прям на самом деле озеро стояло из воды. Выясняли причину, откуда все это затекает, и поняли то, что вода у нас проходит через боковые воздуховоды, которые находятся в заднем бампере. Эту болезнь мы устранили, убрали всю воду из салона, сделали химчистку, и не просто химчистку, а начиная с металла кузова, который у нас находится в салоне, под коврами, под всеми этими обшивками багажника, все это вычищалось, мылось, все ковры, сиденья и так далее, чтобы в будущем у нас не появилось на них плесень. Это очень опасная на самом деле вещь, если в вашу машину проникает вода с улицы, она у нас, как мы знаем, не особо чистая, и никто не знает, что там может в ней находиться. И из-за этого может появиться плесень. Эта проблема уже давно известна, и чтобы такое предотвратить, мы сделали максимально детальную химчистку на этой машине.
Следующий автомобиль — это Jeep Cherokee SRT. Эта машина обслуживалась уже у нас, это было очень давно. Она была в серой матовой пленке, клеили мы ее, если не ошибаюсь, лет, наверное, 5-6 назад. Это был винил, серый мат, машина достаточно прикольно смотрелась, но со временем, естественно, всем надоедает, когда машина однообразна на протяжении многих лет, и клиент решил что-то поменять. Во-первых, начали с того, что мы сняли всю пленку с кузова, и вот сейчас обращение к хейтерам, которые говорят, что виниловая пленка на кузове как-то влияет на краску, снимается с краской и так далее. Вот машина была 5-6 лет в пленке, сняли, как видите, везде у нас заводской окрас. Да, пороги и капот у нас серые, но они до этого у нас не были окрашены, потому что на автомобиль устанавливался обвес, и клиент решил не красить его, потому что он все равно будет оклеиваться в цветную пленку, и, собственно, этого не будет абсолютно видно. Так вот, машина у нас в идеальном состоянии, сейчас решаем, что с ней дальше делать, либо будем заклеивать какой-нибудь интересный цвет, то также виниловая пленка, либо покрасим элементы обвеса, то есть пороги и капот, в заводской серый такой вот графитовый классный цвет. И машина будет, собственно, дальше радовать своего владельца. Range Rover заехал к нам в работу. Как видите, у нас машина большая, черная, и с ней мы будем делать более такие восстановительные процедуры. А именно, покрасим некоторые элементы здесь, крышка багажника. Вот я сейчас возьму и просто вот так вот здесь сниму кусок краски. Некачественно покрасили до этого деталь, и произошла вот такая вот ситуация. Ну, в общем, быть такого не должно, это все будем переделывать. И после этого машину заклеивать в прозрачный полиуретан, чтобы у нас лакокрасочное покрытие было не только идеальным, еще было защищено. Сделаем здесь частично антихром, потому что, как видите, у нас буквы здесь черные. Все элементы, которые обычно хромированные либо серые на этих машинах идут, они уже тоже черные, матовые. А на капоте вставка почему-то у нас осталась серая. Это неприемлемо, это тоже будем переделывать все, она у нас станет черная, дополнительно поставим сюда еще автозапуск и многое-многое другое, но там очень много мелких деталей, которые особо не так интересно показывать. В общем, займемся машиной, восстановим ее, она будет практически как новая. По Гелендвагену у нас также продолжается работа. Эту машину я уже тоже показывал в сторис в нашем инстаграм-аккаунте. Здесь мы красили переднюю часть. Я думаю, вы знаете, то, что у геликов это прям проблема. То, что передняя часть очень сильно страдает от пескостроя и камней, которые у нас встречаются на дороге. Потому что у нас, во-первых, рамка лобового стекла, само лобовое стекло стоит вертикально. Передняя часть автомобиля — это решетка, маски фар, бампер, передний кантик капота. Оно все вот прям стоит почти под 90 градусов по направлению движения автомобиля. Естественно, туда прилетает абсолютно все, что у нас встречается на дорогах. Со временем это все превратилось в не очень хороший такой внешний вид, и мы это все перекрашивали. Попадание в цвет идеальное, попадание в шагрень идеальное. Сейчас машина у нас находится на этапе полировки всего кузова, потому что свежеокрашенная передняя часть немножко выделяется своей сочностью цвета, в отличие от всего кузова автомобиля. Сейчас мы все это отполируем, машина у нас станет абсолютно вся блестеть, гореть, будет прям как леденец такой очень классный, и после этого она будет оклеиваться в полиуретановую пленку. В общем, позаботились о таком автомобиле, сделали его как новый. А на посту оклейки у нас сейчас находится Nissan L7. Как видите, как я и говорил ранее уже много раз, это прям стандартный набор тюнинга при покупке этой машины. Во-первых, у нас автомобиль полностью защищается в прозрачный матовый полиуретан, чтобы он никак не пострадал при эксплуатации дальнейшей. И плюс, тем самым мы меняем внешний облик автомобиля. Из глянцевого его заводского обличия переделываем вот в такой вот более эффектный вариант. Дополнительно, так как машина у нас черная, колеса, как видите, с завода тоже идут в этой комплектации здесь темные, чтобы у нас никакой элемент не выделялся, мы сделали еще и антихром. Все оконные молдинги, накладки на камеры на передних крыльях, крышки зеркал, сзади шильдик, сам логотип автомобиля, все это делается в черный глянец, что-то красится, что-то клеится, тоже есть свои особенности. И автомобиль получается вот в таком вот прекрасном виде по итогу. И еще дополнительно мы здесь забронировали задние фонари и передний ДХО, вот этот длинный элемент такой же, в прозрачную полиуретановую пленку глянцевую. И еще заклеили лобовое стекло. В общем, машина
у нас полностью теперь защищена снаружи. В общем, все, что необходимо, все здесь сделано. И если вы купили нового китайца, тоже обращайтесь к нам, потому что помимо просто тюнинга этих машин, мы умеем делать и русификацию, установку мастер-аккаунтов и многое-многое другое в нашем тюнинге, в нашем сервисе и так далее. Поэтому с радостью примем вас у нас в ProTuning. И на следующем посту оклейки у нас стоит Audi A5. Машина приехала к нам на оклейку в виниловую пленку. Как видите, это черный матовый сатин. Смотрится очень классно. И очень классно, потому что дизайн Audi – это всегда четкие грани, острые линии, такие стремительные, которые как раз-таки очень классно подчеркиваются в матовой сатиновой пленке, что, собственно, здесь и было исполнено. И, как видите, у нас автомобиль уже полностью заклеен, но на нем нету заднего бампера, переднего бампера и порогов. А все это потому, что мы на него установим обвес. Вот у нас есть несколько таких вот коробочек от Audi RS5. И машина у нас теперь будет выглядеть гораздо более спортивно и агрессивно. И вот очередная неделя подошла к концу. Как видите, наш бокс тюнинг-центра всегда полон автомобилей, которые делаются с идеальным подходом. И это машины, которые теперь точно будут неузнаваемыми. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу автомобилей, которые мы показали вам сегодня в ролике. Поставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть и наслаждаться новыми видео.